Первый школьный звонок прозвучал сегодня для учащихся второго корпуса Бутовской школы номер 2. Новое трехэтажное здание учебного заведения расположено в деревне Дрожжино. Поздравить детей с началом учебного года приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Я хочу пожелать, чтобы эти мальчишки и девчонки, которые вот сегодня первый раз переступят порог школ, они влились в эту дружную многоголосую семью, научились учиться, нашли здесь новых друзей. Ну, а 11-классникам, которых, к сожалению, по объективным обстоятельствам сегодня с нами нет, я пожелаю провести еще один напряженный, насыщенный год и на радость учителям, на радость своим родителям, самим себе успешно сдать выпускные экзамены. Торжественная линейка прошла для трех первых классов. Для них этот день особенно волнительный. Сегодня они впервые сядут за парту. Мечтала пойти в школу. Я очень хотела туда идти, потому что никогда не была в школе. Школа – это праздник даже. Я думаю, что в школе меня ждут пятерки и радость. Мне так хотелось туда пойти внутрь. Я очень математику и окружающий мир люблю. Мама и папа волновались не меньше, чем сами дети. Ведь день, когда ребенок впервые пошел в школу, навсегда остается в памяти всех родителей. Волнительно, как и для ребенка, так и для родителей. Но мы безумно рады, что мы попали в новую школу. Все равно это положительные эмоции. Новая школа, новые знания, новые впечатления. В новом образовательном учреждении трудится штат из 35 опытных педагогов. Элла Балабанова, классный руководитель первого L-класса, признается, что главное в ее работе – найти подход к каждому ребенку. Сегодня мои дети в первый раз пойдут в школу. Их 35 человек, очень много. Но я надеюсь, что у нас все получится, потому что они огромные молодцы. В такой школе грех не учиться хорошо, я так думаю. В Бутовской школе номер 2 сформирован 21 класс. Всего 1 сентября отправились получать новые знания 579 юных жителей микрорайона. Школа наша хороша, скажу без лишних слов. Здесь поработала душа отличных мастеров. А мы сегодня, 1 сентября 2020 года, распахнем свои двери для 85 классов. 2810 обучающихся. Мы по-прежнему остаемся одной из самых больших школ в Московской области. За 4 года школа стала настоящим культурным центром. И я думаю, что вам, дорогие первоклассники, найдется всегда дело по душе. После торжественной части всех пригласили на небольшую экскурсию по школе. Гостям показали спортивный зал, где будут проходить уроки физкультуры. Также посетили образовательный центр «Точка роста», расположенный в библиотеке. Он разделен на 4 зоны – технологии, информатика, ОБЖ, зона кворкинга, включающая шахматную гостиную и медиазону. Были представлены образцы и пособия для занятий по робототехнике. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.